Это Star Wars Battlefront. Наша супер команда героев. Ну и команда злодеев. Сейчас посмотрим, что мы сможем с ними сделать. Надеюсь, будет прикольно что-то. В принципе, Рей довольно-таки хороший персонаж. Мне она все больше и больше нравится. Вау! Хорошо откинул, но недостаточно. На, ребят, получайте. Тихо, тихо, чувак, тихо. Кто? Ах ты, зараза, он спины меня мочил, а я даже не понял. Так, ладно, идем. Надо этого в первую очередь вырубить. Ребят, я иду, иду, иду. Вот эта карта кисель, мне нравится. Прикольно. Ни хрена себе, как он блокирует удар, ты видел? Капец. Дарт Вейдер оправдал свои способности. Блин, надо потом прыжка хватит, ну ладно. Да, ребят, вы чё? Ох, ни хрена себе! А! Выжил. Что ж, я иду. Кайла. Тихо. Зараза. Черт, да как он... Вообще расстрелят сзади. Так что ж, время брать люка. Да-да-да-да. Где это, зараза? Он тут был. Я так понял, у Люка есть классные удары, которые могут пробивать вообще броню, когда человек пронесет. Пошел нахрен. Ребят. Тихо, ты сейчас зарядится. Да сейчас скотина. Почти зарядилась. Так, ну что ж, Энакин так Энакин. В путь. Ты скотина, да? Или ты? Фу. Зараза, ему совсем чуть-чуть оставалось. Нахрен ты помешал мне. Блин, ребят, не надо собраться, потому что это фигня полная получается какая-то. Энакин, конечно, сильный герой, но, блин, сам не может растащиться. Да давай ж ты, блин. Я не понял вообще нифига.
А? Зараза, блин, да что происходит? Нас просто месят. Мы как собраться не можем. Вот сейчас, давайте. А, настрою всего. Стой. Так, жди. Смотри, что. Ух, ни хрена себе. Ребят, иди ко мне. Блин, зараза, он просто меня замочил. Я хотел по-классному убить. Он просто спамит атаками. Долбанный дроид. Прикольно, да, ребят? Тупо, блин, заспамили. Так, а если взять Лию, например? Какое-нибудь разнообразие можно мне тут? На тебя, граната, зараза. Тихо, тихо, сваливай. Круто. Ладно, попытка номер два. У нас вообще двое осталось. Он ливнул. Ты что, прикалываешься, что ли? Так, ладно, ждем его. А, не ливнул. Тихо. На, зараза. Вот зараза, не мешайте нам. Скотина. Ну ничего, сейчас я вернусь. Ты мне все получишь от Лии. Получай. Понятно. Нормально выстрел. Соглашусь. Блин, мне нужны просто какие-нибудь чуваки, которые будут прикрывать меня. А я сам смогу уже нормально расстрелять. Скотина. Нормально словил. Хорошо. Я аж приземлился. Ладно. Попытка номер 4. Так, ребят, прикрываю. Есть. Поражение. Ну это естественно, конечно, нас трое было всего, а они тупо нас заспамили. Но мы сражались более-менее достойно,
Не переключайтесь, сейчас будет продолжение.